Все сильно поменять. Рассвет сменяет ночи мрак. Не нужно долго выбирать мольберты, клавиши, верстак. Художник истину хранит, лишь в сердце страстью к ремеслу. Она, как дятел, там стучит, и ты завидуешь ослу. Осел упрямство образец, сомнений не было ни дня. Художнику тогда конец, когда не жаждет он огня. Когда ты подошел первый раз к роялю, его 88 клавиш просто тускло отражали свет, люстры и ничего не обещали тебе, кроме истинного упрямства, которое лишь иногда можно обменять на слезы, просветление в глазах людей, для которых ты работаешь мостиком между вечностью и ими простыми смертными, думающими о колбасе, необременительном синекуре и безобидной пенсии. Но жизни много проживать любому следует из нас. Менять искусство не дрожать, с любовью примет нас Парнас. Все музы ровно хороши, их 9 девушек в строю, но в их объятья не спеши. 10-ю создай свою. Она, быть может, не про то, к чему ты так давно привык. Играй же в теннис, пей вино, ведь ты, брат Святкин, не старик. Когда ты первый раз взял в руки ракетку, ее струны отражали жаркое корейское солнце, и они тебе ничего не обещали, кроме игры в то, что человек, способный понять полет мяча и отразить, ничем не уступает великому астру, который сочинил это танго. Только это новое искусство быстрое, как высверк ослепительного клинка. Чтобы им овладеть, нужно иметь ослиное упорство. Об этой ипостаси ты уже давно многое познал. О, страх! Все сильно поменять. Рассвет сменяет ночи мрак. Не нужно долго выбирать мольберты, клавиши, верстак. Художник истину хранит, лишь в сердце страстью к ремеслу. Она,
как дятел там стучи. Ты вновь завидуешь ослу.